Турнир был в честь заслуженного тренера Подолякина Евгения Владимировича. Вот, как бы наш заслуженный человек. А, вот, участвовало где-то 250 участников. Вот, ну, наш клуб достойно выступил. У нас Руслан чемпион. Вот, еще у нас два серебряных призера и один бронзовый призер. Но я считаю, что достойно для нашего молодого клуба. А, вот, были гости с Луганской Народной Республики, со всей Донецкой Народной Республики. Соревнования очень достойные. Ну, в честь Руслана отборолся 4 схватки, 3 из которых очень тяжелых. Да, пришлось бороться в дополнительное время. Но сила, характер была показана им. Вот. Честь и хвала ему, молодец. У меня было 4 схватки, было очень тяжело. Я боролся в категории 42. У меня были очень сильные и достойные соперники. Я получил первое место благодаря упорным тренировкам, настойчивости тренера и поддержке родителей. Я хочу поехать на Олимпиаду, которая проводится раз в 4 года, и занять там первое место.